За этот маскарад, Миша. Не хотелось, чтобы меня узнали ваши люди. Это было ближним. Разрешите представиться? Ржевский Раевский. Борис Анатольевич. К вашим услугам. Шикарный вид. Не беспокойтесь, я без оружия. Я не беспокоюсь. Вы не беспокоитесь, что не уйдете отсюда ногами? Всякое может быть. Но мне думается, что все же уйду. Это с чего-то? Господин Веницкий. Может быть, вы не обратили внимания? До недавнего времени все облавы велись крайне избирательно. Старался не трогать ваших людей, насколько это возможно, разумеется. Брали в основном ваших конкурентов. Вы зачем пришли? По делу, Миша, не буду лукавить, по делу. У меня к вам очень серьезное предложение. Ну? В Одессу скоро придет большой куш. Но одному мне не справиться. Дело рисковое, но если повезет, оно затмит все ваши предыдущие подвиги, поверьте. Ну и что за куш? Золото, драгоценности. Очень много золота, еще больше драгоценностей. И с откуда это такая радость? С Москвы. Из самой Первопрестольной. Представляете? В руки белому подполью попала часть конфискованных царских сокровищ. Редкая удача. Ну и что? Эти истинные патриоты России везут деньги в Одессу. Они же дурные. Они кристально честные люди, Миша. Деньги планируют перебросить на Запад, а там потратить на поддержку добровольческой армии. Ну и на сколько там этих цацек? Понятия не имею. 2-3 миллиона потянет. Причем, заметьте, в американской валюте, Миша. И половина всего этого добра ваша. А с откуда мне знать, что эта роскошная сказка не с вашей головы выдумана? Зачем же мне выдумывать? Не знаю. Может, вы хотите заманить? И привет. Миша, я вас умоляю. Я бы мог прийти сюда с солдатами и расстрелять вас на месте. Если вы об этом. Однако пора. Я сказал вам все, что хотел сказать. Вы меня услышали. Я обладаю информацией, когда прибудет груз и в какое место. Если вдруг надумаете. С чего это вы вдруг своих обобрать решили? А? Ваше благородие. Нехорошо, понимаю.
Да уж больно деньги хороши. Миша, а что этот дедушка хотел? Такой шикарный дед, ты не поверишь. А Барский говорил за него, что он опасный. Так что он опасный? Да я сам не знаю, опасный он, не опасный. Барский говорил, что он может полезный. Полезный? Я не понял. Миша, ну правда, ну скажи уже, что он хотел. Дело предлагал, но я не знаю. Наводка? Ну что-то вроде. Что на кону? На кону? Ваши бошки на кону. Дело хоть стоящее. Изи, сейчас не о деле надо думать. Сейчас надо думать, где сховаться. С Алмазовым этим на барагозе. А что ты лаешься? Что? Что слышал? Ну и что, не вольнули мы этого генерала? Что с того? В следующий раз вольнем. Следующего раза не будет. Ай, да что я завожусь-то? Миш. Миш. Ну правда, ну скажи уже, что он хотел. Сказать? Да. А не скажу. Откуда мне знать, что за это завтра вся Одесса не узнает? Или там акула? Что? Что слышал? Ты что? Ты за нас подумал? И за акулу, и за Додю ты на нас подумал? А вы что, святые архангелы, что ли? Знаешь что? Да пошел ты. Стой. А ну стой! Пальчик, а что ты взбрыкиваешь, а? Ну прости, погорячился. С дуру ляпнул, сам не подумал. Миша, ну что ты такое говоришь? Ну что ты? Ну как я ты ж, можешь? Ну, я уже извинился. День такой, что аж спину ломит. Значит, вы предлагаете мне ослабить хватку. Вы что, серьезно, Александр Жаский? Абсолютно серьезно, ваше высокопревосходительство. Значит, после того, как эти бандиты чуть не убили меня, вы предлагаете мне ослабить хватку? Именно. Вы в своем уме? Непременно ослабить, Алексей Николаевич, это необходимо. Думаю, господа полицейские меня поддержат. Господин полковник. Осмелюсь доложить, ваше высокопревосходительство, Борис Анатольевич прав. После нескольких удачных операций, когда осталось чуть-чуть надавить и все. Осмелюсь доложить, продолжение репрессий чревато взрывом. Глупости. Как я понимаю, благодаря вашим усилиям бандиты понесли значительные потери. Они деморализованы. Ну так добейте их. Это невозможно. Что? Это еще почему, черт возьми, господин... Тор. Моя фамилия Тор. Ваше высокопревосходительство. Арестованы или расстреляны около сотни налетчиков. А в Одессе их до 20 тысяч. Сейчас они притихли.
Власть показала зубы, а они уважают власть. Но если перегнуть палку, эти люди ответят. Это будет настоящая война. Я не боюсь войны. Тем более с таким сбродом. Этот сброд, ваше высокопревосходительство, жители Одессы. Да, они поставили себя на другую сторону закона, но они мирное население. Войскам придется вести уличные бои. Это будет настоящая война с пушками и пулеметами. Город придется утопить в крови. Я готов. Не сомневаюсь. Неизвестно еще, кто будет победителем из этой войны. Да вы что себе позволяете? Ваше высокопревосходительство, мы непременно победим вне всяких сомнений. Но учитывая ситуацию на фронте и близость красных, не думаю, что главнокомандующий оценит наш подвиг. Вы меня не убедили, господа. Идите. О своем решении сообщу позже. А що це? А мені же що просив? Ми ще гуску просив купити, а це... Дорогу йде. О, риба! Где вы найдете такого бычка за такие вот деньги? Покажите. Барыш, отпустите мужчин. Нам вот эта риба нужна. О. Клади, клади. Акула, Васю. Че, идем за ним? Да, там трое. Ишь, дурно на них кидаться. Сейчас выследим гадюку. Потом уже постреляем. Главу! Что? Нагоним! Я гуль! Ты заметил, гадюка? Может, догоним его, а? Кое нагоним, когда облава! Да, спокойно, приготовить документы! Текать же надо! Так а гуску, мы же с гуску! Какая гуска, дурнина, текай давай! Кончай глаз! Подстоять! Нужно проверить документы, проверить!
мама. Да не дергайся, сиди ровно, сказал. А вы не дергайте. А я не дергаю. А то сейчас вам скубается и всего. Улуха отрежу. Ну, чтоб я в цирюльню пошел, а к Дрейру. Цирюльню? Какие деньги цирюльню? Да, при чем деньги? Дрейр знает, что я Мишкин брат, он бы за бесплатно сделал, еще бы с одеколоном. Побираться, как халамитник. Мама сделает почупчик. Доба, ну что, полисмены уже пришли від вас? Да ушли. Мало того, что они съели гусевого борща, так у меня еще щипчики от сахара пропали. Да сиди, сказал, ровно же. Ага, пропали. Чи самой мамусі. От вилупки. Там уроди. Дороги! Ну чего? Ними. Отставить, сапун! Догоним, Иван Капитонович! Остынь, я сказал! Пулю ты там догонишь! Гриня! Ваш Сахаров! Я догоню! Ладно, черт ногу сломит! Все, пошли! Гриня! Братуха! Это здорово! Сука сыскная! Убью. Пошли. А его что, забрать надо? Нет у меня больше брата. Убили Гриню. Пошли. Я осторожно. А почекай, а чего ты с дрючком? Тебе ногу поранил? Ну, у тети Гали у меня сквозное ранение в грудь навыли. Левка, скажи, а сильно больно, когда тебя с нагана засадили? Сам попробуй. Нет, иди сюда, брось свою газету. Левка вернулся. Кто? Кто? Да Левка из больницы вернулся. О, Лева! Здрасте, Соломон. Здравствуй, Лева. Сапочка, вы такая нарядная. А что ему можно кушать? Доктор сказал, что усиленное питание – это витамины. Таня, а вот умный доктор. Я не знаю про ваши витамины, но супчик я ему сготовлю. Бо борщ уже весь, эти уроды съели. Доброго здоровья. Здрасте. Ой, здравствуй. Здравствуй, Гуля. Лёва. Где что, отпустили? Да, говорят, на этом, на домашнем питании. Как это? Постельный режим. Постельный режим, вы как? Да вы нормально. Тетя Доб, вы не переживайте, у нас все хорошо. Вы скажи, что засаду уже все снята? Нет, да? Нету, у меня только щипчики украли. Ну что ты стоишь, как дурнина? Хорошо. Давай вперед. Все, это... Тетя Доб, от Мишки. Миша грузку просил купить. Да. Ой, рыба! Какая хорошая. Мэрик, иди сюда. Что ты стоишь, иди сюда. Забирай. Пошли как раз ко мне, расскажите, что там как. Да бери уже. Ну, да не это. Рыбу! И никто никуда не пойдет. А всю картинку? Тебе режим. Так отдай! Давай, беги, терпи. Лёва, у тебя режим. Софочка, ну на 5 же минут можно. Так идем. Пошли. Лёха, я сейчас быстренько его постригу этого бандита. Да я уже все. Уже все. Иди сюда. Да вы меня там уже отлупали. Ах ты, посяцкая твоя морда. Я сейчас скажу папе, он тебя отлупцует. Отхацка ребенок, а?
бреду по лужам, без разбора, как и по жизни, не в попад, совсем не думая, что скоро придется посмотреть назад, увидеть странное кружение случайно пройденных дорог и плыть, как прежде, по течению, куда задует ветерок, где больно, дышится от счастья, кружится голова от слез, где нет ни горя, ни напасти, лишь сладкий омут снов и грез. Браво! Налейте мне вина. А вина не будет, Паковский все выпил. Да, ну что? Да, я выпил. Но я же волновался, между прочим, за вас. Какой же вы свинтус, а? Ну, скажите еще. Давайте. Хотите меня оскорбить? Вы прекрасно знаете, что у меня нет денег. У тебя их никогда нет. Мне не нужны деньги. Я поэт. Ты балбес. Ну, перестаньте все, а перестаньте. Денег действительно не копья. У меня есть. Ося, нет, Ося. Перестань. Убери, 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 убери. Еще не хватало, чтобы ты их поил. Не так каждый день пьют. Официант, принесите водки. Браво, 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 браво. Замечательно. Восхитительно. Господа, мое почтение, воспомните минутку. Я восхищен вашей речью перед его высокопревосходительством. Кроме шуток, вы говорили с такой страстью. Уверен, Алмазов проникся и смягчится. Отстаньте. А что вы так злы? Вы сами довели ситуацию. Ваши методы, Борис Анатольевич. Каюсь, грешно увлекся, но ведь, согласитесь, в городе стало спокойней. Но ведь и я сам понял, что пора придержать лошадей. Обидно, конечно. Я бы, знаете, расстрелял бы всю эту сволочь. Но в городе может стать горячо, а у меня большие планы на будущее, Осипович. Ашина Мадракова, Гежин Залжайн, Ашина Медеркалы, Гизин Залзайн. Ой, куда годится такая жизнь, Соломон? Так я вам скажу, куда. На кладбище. А эти дети, это же не дети. Это горе. Миша все время кто-то ищет. Миша все время куда-то прячется. Мама, думай. Мэри. Мама! Что мама? Мэри хочет бандита. Может, они уже? Откуда я знаю? А Берчик, это такой ребенок. Это такой ребенок, что я хочу убить его. Они дети, Доба. Все дети плохие. И все они хорошие. Они любят нас, покуда они маленькие. И забывают за нас, когда они уже большие. Мойша уже большой. Но он прислал вам такую хорошую рыбу. Так что жизнь не такая уж негодная, Доба. Дядя, что такое? Мы пойдем. А что там с Мойшей? Нормально. Точно? Точно. А густ мы вам принесем, вы не думайте. Да идите, Миша. Дядя. Так хай меня покрасит. Дай мне эту. Дай мне. Дай мне эту луковицу. Что я говорила? Господи, Мильч, куда же вы? Да решил деда навестить. А можно я с вами пройдусь? Поговорим. Если он меня послушает, то он увидит, что я тут. Верьте мне.
Степа! Степа! Опусти нога. Ты? Что ж ты сделал, гад? Ты ж Степу! Опусти нога! Гад! Уходи. Ничего. Я с тобой еще посчитаюсь, Степа. Хоть как посчитаюсь? Ты это запомни! Гад! Гад! В таких случаях герои романов говорят, вы спасли мне жизнь. Этого зачем упустили? Осип Эмильевич, да вы романтик. Сижу одна, грустно бледна, о тебе тоскует сердце в эту ночь, и лишь луна со мной. Что, пьете? Ну, конечно, оно же самое время. А что вот это, не глотать не можно? Майорчик, я же просил, чтобы не высовывались. Или, может, праздник какой? Хлауби. Ось его застрелил. Тор? А как? Гуля. Мы шли, а тут эти драконы, что с Киевским ходят, и Тор с ними. Я даже не увидел. Пальба началась, и он Степу. Други мои, хочу, чтоб знали вы, я с ним посчитаюсь. И чтоб вы больше мне тут не говорили, я убью этого Тора. Гадина. Гадина. Шикарный вид. Стоп, стоп, стоп! Стоять! 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 Хам! Хам! Ну посмотрите, он даже не остановился! Что за город? Хам! Эдик, ну что вы кричите? Слушайте! Вы думаете, это бредит малярия? Это было! Было в Одессе! Приду в 4, сказала Мария. 8, 9, 10! Все, ну что же вы так орете, а? Ну, не 10, уже 12, люди спят. Маяковский, Зоя! Паковский, а я думал, ты наконец-то на что-то настоящее сподобился. Господа, а пойдемте ко мне, у меня полбутылки Кагора есть. Пол бутылки. Это не серьезно. Ну? Все, господа. Все. Я пошла. Зоя, Зоя, Зоя. Темно. Мы вас до дома доведем? Эдичка, это же молдаванка. Да ладно, я сама дойду, не бойтесь. Все. Зоя. Да. Паковский. В Люльчику пора. Это вопрос? Приговор. Да идите уже. Зоя, Зоя, Зоя! Адьё! Адьё! Адьё, Зоя, иди! Аспуде! Прощайте!
Господа, Осип Емельевич, примите мои самые искренние, это ужасно. Осип, я иду домой. Ты идешь домой? Дедушка, подожди. Вместе пойдем. Я хочу лечь, Ося. Ну уж простите, все понимаю, ни к времени, ни к месту. Но я обладаю информацией, что это дело рук Миши японца. Японец не мог. Конечно, не он сам. Может быть, даже он и не знал об этом. Но это кто-то из его людей. Этот нож, уж больно рука эта приметная. А знаете, Осип Емельевич, это месть. Что? Помните Степку Хохла? Тот бандит, которого вы убили. Если ты японец, то он за это заплатит. Точно. Зря ты так, Миша. Дура, я мог бы. Я даже хотел за Степу. За нее даже в мыслях не держал. Миша, вот тебе крест. Миша. Дедушка, я останусь у тебя. Совсем перееду. Я найду его, дедушка. Только не думай на Мойшу, Ося. Мойша не мог такое. Я не думаю. Он не мог. Я знаю, кто мог. Ложись спать, дедушка. Я лягу. Я хочу лечь и уже не вставать. Мне уже незачем вставать.
Надеюсь, я не зря притащился в это пасторальное захолустье. Раймит Фефер. Что? Райский уголок. Да говорите уже, что да как. Папироской угостите. Что такое? Спасибо, я такие не курю. Все просто. Груз придет по морю из Ростова. Экипаж 3 рыбака, охрана 4 офицера. Обученные. Ваш-то не подведут? За моих людей не беспокойтесь. Ну-ну. Груз перехватить нужно на море. Драгоценности в небольшом сундучке. Понадобится бричка и хорошие кони. Хорошие кони есть у вас? Господин Ржевский, не тошните мне на нервы, если у меня хорошие кони. Так и да. Дальше. Дальше. Я вам скажу пароль. Без пароля они вас близко не подпустят. Всех кладете, все забираете. И уходите. Делим поровну, разбегаемся и адьё. Вести куда? Присмотрел хорошее местечко. Заброшенная коптильня за ближней мельницей, знаете? Найду. Господин Ржевский, а не боитесь попасть под Сугундер? Ведь свое счастье можно найти и по-другому. Ах, Миша, бросьте вы эти фантазии. Я приму меры, чтобы уволить вас от глупых мыслей. Да не дергайтесь, то я пошутил. У нас солидная фирма. А вот так шутить не надо. И вообще шутить не надо. От причала до коптильни 20 минут езды. Место хорошее, открытое. Так что вы своих оставьте. И приходите один. А как же я без кучера? Я же править толком не умею. Ну и кучер. Само собой. Вы, я и кучер. Ну и куда вы потом? Мир велик, Миша. Поверьте, утром в Одессе меня уже не будет. За границу двинете. И вам советую. Здесь ничего хорошего уже не случится. Слыхали за такой залив? Бискайский. Слышал. Ну еще как там? Рекомендую. Ладно. Слепый казав побачим. Ну еще там за пароль.
хочет. Я уже и так, и по-другому, но она говорит, что вы уходили. Но вы сказали, что у меня серьезный разговор. Конечно, Миша, я говорил, я сказал, но она говорит нет. Миша, она вся такая худая, такая нервная. Я даже думал послать Фелю за доктором Маргулисом. Мсье Аверман, вы не подумайте, что я такой наглый, но мне нужно с ней поговорить. Миша! Сы! Цели, ну я же поговорить, серьезно. О чем? О том, что я согласен. Давай уедем. Куда? Ну как? Ну куда ты говорил? На этот залив Бискайский. Серьезно? Серьезно. А что говорят, шикарное место. Ты правда так решил? Правда. Сын. Так что можешь собирать вещи. Та или не надо ничего, там все накупим. Я тебе не верю. Я тебе не верю, Миша. А ты как? Увидишь японца, скажи, чтобы уезжал из города. Если не уедет, я его убью. Ося. Так и передай. Да что ты? Ну при чем здесь Миша, Ося? Теперь я буду убивать. Теперь война будет. Ося, ну нельзя ж так. Скажу, увижу, убью. Лев Яковлевич. Лев Яковлевич, а что вам не спится?
мне не спится, Миша, от того, что я кое-что узнал, что касается вас. Я узнал, кто убил мадемуазель Зорну. Кто? Акула, Миша. Это точно? Я когда-нибудь говорил вам неправду? А с чего акула? Но если Барский говорит, что Зоя Сфадель зарезала акулу, можете в этом не сомневаться. Дэрил, значит, акула? Это он. Спросите, от чего? Очень просто. Йосиф Тур на днях застрелил его брат. Ну, пустяшный человек, его даже не жалко. Но акула сказал, что отплатит. И поклялся, это слышали люди. А я имею вообще мысль, что многие вещи начинаются с акулы. Я не имею уверенности, но все идет к тому. Поэтому у меня до вас просьба. Возьмите акулу. Я возьму его. Если возьмете его, спросите за моего племянника. Спросите за Тотю. А перед тем, как его совсем... Ну, то есть, вы понимаете, спросите у него за крысу, что завелась в вашем хозяйстве. Доди ведь тоже на крысе. А акула знает за крысу. Разговор. Прошу. Да нет, я на минуту. Прошу меня простить, но буду говорить прямо. Вы же хотите отомстить за смерть вашей сестры? Это никого не касается. Понимаю. Но у меня есть информация. Японец со своими людьми совершит налет, я знаю, где и когда. И у меня есть намерение взять их на месте. Я поеду с вами. За этим я и пришел.